Дорогие друзья, мы на канале Boston Technic. У нас новое поступление. Это трактор «Белорус» МТЗ-82 2002 года выпуска. Давайте посмотрим технические характеристики. Данный трактор прошел комплексную подготовку, полностью обслужен, проверен и готов к работе. Абсолютно без каких-либо вложений в ближайшее время. Покупаете, можно сразу смело заезжать в поле. Спереди установлена новая резина, сзади бэушная, в хорошем состоянии, без порезов, без шишек. Установлен также дозатор на трактор, несмотря на его год. Двигатель в отличном состоянии, давление на холодную тройка. Все сухо, без каких-либо течей. По коробке, соответственно, точно так же. Давайте посмотрим на салон. По салону было очень много работ произведено. Салон ничем не отличается от нового трактора. Все элементы, которые были повреждены, все устранили. Кабина сохранилась в хорошем состоянии, вся целая, без ржавчины. Навесное у нас полностью комплектное, винт, прицепное, все на месте. ВОМ в отличном состоянии, без течей, без вибраций, без шумов. По цилиндру точно так же. Данный трактор в нашем агросалоне вы сможете приобрести как в кредит, так и в лизинг, всего лишь по двум документам. А осмотреть вы его сможете по адресу город Волгоград, улица Историческая, 183. Друзья, у нас самый большой выбор сельскохозяйственной техники с наработкой. Имеются как трактора, так и навесное оборудование к ним. Есть сервис, на котором вы сможете доукомплектовать любой трактор навесным оборудованием нашим. Приезжайте к нам в Boston Technic за самой лучшей техникой. Ну и в конце хотелось бы добавить то, что, друзья, у нас открылся новый филиал в городе Ставрополь. Теперь мы ближе к нашим гостям. Ожидается также открытие еще нескольких филиалов. Так что приезжайте к нам в Boston Technic за самой лучшей техникой. Boston ждет вас.